В Черкасской области во время бури от удара молнии погиб мужчина и сгорел двухэтажный дом. Шквальный ветер оставил без электроснабжения 14 населенных пунктов. Пострадал и сам областной центр. Целые озера дождевой воды и десятки поваленных деревьев. Уже второй день стихия испытывает черкасы на прочность. Коммунальные службы едва успевают расчищать дороги и восстанавливать линии электропередач. Тремя деревами было пошкоджено линии электропередач, розірвані. Є і в приватному секторі, є і, ви бачите, на території комунальних закладів. До 3-ї години ночі ліквідували наслідки, це прибирали дерева з проїжджої частини. Я думаю, що до кінця сьогоднішнього дня буде все ліквідовано. Ближе к обеду коммунальщики отрапортовали. Вода с улиц откачана, электроснабжение восстановлено. Но только не в квартире Петра Дяченко. Мужчина живет на 9-м этаже. Из-за ливня в доме прорвало крышу. Говорит, такого потопа он еще не видел. Вода текла ручьями по стенам. Опа, я в бассейне уже. Пожалуйста, вот это мое лежбище, вот это где я сплю. И прямо на голову, по лампочке вода течет. По лампочке, именно по лампочке. Посмотрите, что делается. И как можно жить в таких условиях? Прибираться в квартире мужчина самостоятельно не может. Он инвалид. Помогают соседи. У них такая же беда. Владимир Расевич жалуется. Только год назад сделал ремонт. И все на смарку. Говорит, жильцы не раз просили коммунальщиков отремонтировать прохудившуюся крышу. Но те не реагировали. Бачите, вот уже под этим обоим, уже буквально это за рік, уже пошла цвіль. То есть вот это постоянно підтікає. А все же всю ніч после этого дождя уже пошло, все, как наружу вышло. За целый день к жильцам дома приходил только электрик. Да и тот ничего не сделал. Кто будет возмещать убытки, люди не понимают. В профильной службе горисполкома им советуют обращаться непосредственно в городскую службу содержания домов. За подеяние избытки по законодавству зобов'язаний відшкодувати служба утримання будинків. Так как у мешканців договір є з ними, і мешканці, я надіюсь, справно сплачують за утримання будинку. Пока же пострадавших жильцов посылают из кабинета в кабинет, они с ужасом ждут следующего ливня. А он, по прогнозам синоптиков, уже сегодня. И так до конца недели. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, телеканал Интер, Черкасская область.